Здравствуйте! Вы смотрите передачи Таганрогской телевизионной сети. В эфире очередной выпуск программы «Обо всем понемногу». С вами я, ее автор и ведущий Евгений Токарьян. 4 декабря Православная Церковь отмечает один из 12 праздников введения во храм Пресвятой Богородицы. О нем сегодня рассказывает православная страничка программы. Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры. Как всем вам, наверное, известно, 4 декабря мы торжественно празднуем события введения во храм Пресвятой Богородицы. Это один из радостных христианских праздников, которых 12, они называются еще двунадесятыми по-церковно-славянски. Вот, праздник торжественный, радостный, основанный он не на Священном Писании, а скорее на предании церковном. Ну, например, если мы возьмем Благовещение, либо Рождество Христово. Об этом нам описывают и повествуют Евангелие. Праздник же введения во храм описан в древнем тексте в прото-Евангелии от Иакова. Он древний, он не вошел, этот текст, в канон книг Священного Писания, но, однако же, имеет важное историческое значение. И вот сама история праздника говорит нам о том, что родители Марии, Пресвятой Богородицы, их звали Иоаким и Анна, были очень долгое время бездетны, не имели детей, а это считалось в народе плохим признаком, считалось грешно, что Господь наказывает таким образом грешников, но они на самом-то деле были людьми праведными и очень сильно страдали от этого. И вот в молитве своей они обещали, что если у них родится ребенок, то они посвятят его Богу. Так и случилось. Господь даровал им дитя, они уже очень престарелом возрасте родили ее, и по прошествии 3 лет, когда она немножко возросла, отдали ее на воспитание в Иерусалимский храм. Причем это такая была церемония, очень красиво обставленная, дети шли со свечами, пели специальные богослужебные песни, и маленькую Марию встречал на ступенях храма первосвященник Захария, человек очень почитаемый в народе, уважаемый за святость праведной жизни. И вот священное предание говорит, что этот Захария как раз-таки и был отцом будущего Иоанна Предтечи. Они были, в общем, родственниками. И смотря на то, как маленькая Мария взошла по ступеням этого храма без какой-то поддержки, без какой-то помощи, он увидел в этом особое благоволение Божие и особый знак, что это не просто ребенок, не просто девочка, которая посвящена Богу. И вот он, будучи движим Духом Святым, увел ее в самое святая святых Иерусалимского храма, куда мог заходить только лишь один он, причем один раз в год, принося жертву за народ израильский. И вот это такой был особый знак, что у этой девочки в будущем великая-великая миссия, великая спасительная миссия. Она вошла в Иерусалимский храм, и, в общем-то, со временем вы знаете, что она стала выше и даже важнее Иерусалимского храма. Она вместила в себя того, кого невозможно вместить. Вот это краткая история этого праздника. Об этом вы, конечно, можете почитать, узнать. Праздник радостный, торжественный. Я вас, конечно же, с ним поздравляю. И, как правило, этот праздник всегда у нас в начале рождественского поста. Вот, поскольку это такой цикл праздников, я желаю вам Божьей милости, покрова Пресвятой Богородицы, предстательства ее, ее молитв и дойти до праздника Рождества Христова вот, без потерь для здоровья, духовно возрасти, окрепнуть и встретить праздник светлого Рождества Христова. С праздником всех! Спаси Господи! Дорогие друзья, братья и сестры! 6 декабря – день памяти святого благоверного князя Александра Невского. О его подвигах во имя Руси и веры православной расскажет историческая страничка программы. We'll be right back.
После 4 декабря введения во храм Пресвятой Богородицы большого православного праздника каждый русский человек православный, русский патриот отмечает 6 декабря день памяти смерти Александра Невского, выдающегося государственного деятеля и полководца Древней Руси. Здесь, в княжих хоромах города Переславля, удельный вотчине князя Ярослава Всеволодовича, в 1220 году родился младенец Александр. На роду ему было написано «Прожить 43 года и стать одним из великих заступников народа русского и веры православной». Ростом он был выше других людей. Его голос, как труба, лицом он был, как Иосиф прекрасный. Сила у него половина силы Самсоновой. Бог наделил его храбростью римского царя Веспасиана. Так описывали Александра Невского и его современники. Великий князь Александр был послан нам Богом в то время, когда Русь оказалась в хищных тисках. У нас в Таганроге на кладбище по Мариупольскому шоссе построена мемориальная часовня имени этого великого святого и защитника Отечества. В 1240 году Русь попала в тяжелейшее положение. С запада ее атаковали шведские и немецкие рыцари, а с востока – монголо-татары. И именно в этих условиях святой Александр, собрав небольшие ополчения, разгромил немецких и шведских рыцарей. Шведским рыцарям он нанес решительный удар на Неве и за это получил название Невский, а немецким рыцарям в 1242 году на Чудском озере нанес тяжелейшее поражение, после чего они приостановили агрессию на западные русские рубежи. И всегда у Александра было меньше войск. У него были легковооруженные ополченцы и небольшие конные княжеские дружины профессиональных витязей. Но именно им тогда была сказана фраза «Не в силе Бог, а в правде». И действительно, в тяжелейших условиях русские люди, опираясь на веру, на дружбу, на свои воинские традиции, били отборные рыцарские полчища. Святой Александр был вынужден вести сложные дипломатические переговоры с монголо-татарами, которые владели 200-300-тысячными огромными армиями. Поэтому приходилось с ними договариваться. Ему удалось путем тяжелейших переговоров в обмен на дань сохранить российскую государственность и православную веру. Русь, благодаря его усилиям, сохранилась. Это главный итог его трудов. И вот сегодня, во время памяти святого, мы вспоминаем его и его деяния на благо нашего Отечества. Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива. Пусть без страха жалуют к нам в гости, но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет русская земля. Александру Невскому Русь обязана тем, что не была стерта с лица земли, что сохранилась святая вера и церковное устройство, благодаря чему через 140 лет мы смогли объединиться и одержать победу на Куликовом поле. Окончание русского князя Александра Невского митрополит Кирилл скажет: «Закатилось солнце русской земли». 1 июля 2019 года в Таганроге открылся фитоцентр «Целебные травы». О том, что могут приобрести в нем жители нашего города, вы узнаете из следующего материала программы. Основной особенностью фитоцентра «Целебные травы» является то, что почти вся продукция, которую здесь можно приобрести, производится компанией «Целебные травы Северного Кавказа», которая находится в столице Республики Адыгея, Майкопе. Наше предприятие семейное. Рецепты, по которым мы изготавливаем наши фитопродукты, передаются из поколения в поколение. А родоначальником нашего дела является моя бабушка, лекарь-травник и целитель России Горяева Елена Александровна.
Именно она создавала все эти рецепты, которым уже более полувека. И по сей день она продолжает заниматься траволечением и помогать людям. На нашем предприятии идет очень сложный технологический процесс. Начиная от сбора сырья, его переработки, сушки, резки, упаковки и заканчивая уже реализацией. Здесь очень большой выбор трав и травяных сборов, широкий ассортимент фиточаев, экстракты и бальзамы, масла, целебные мази, какао-фитосвечи, продукты пчеловодства и многое другое. А несколько лет назад компания начала выпуск фитокосметики, которая является эксклюзивной, так как изготавливается вручную, исключительно из природных компонентов и ограниченными партиями. В фитоцентре работают настоящие профессионалы со специальной подготовкой, которые помогут вам в выборе необходимой продукции. И таганрожцы уже успели оценить возможности и качество фитопрепаратов компании «Целебные травы Северного Кавказа». Вот мнение тех, кто уже стал постоянным покупателем этой уникальной продукции. Я попала сюда сразу, почти сразу после открытия, приобрела несколько товаров. И, в общем-то, они явились мне полезными. Очень хорошая фитокосметика и чаи. Меня устроило качество и цена этих продуктов. А сегодня вот я решила приобрести тибетский чай очищающий, который мне рекомендовали мои знакомые. Я его пробовала некоторое время, мне понравилось. И очень хорошие отзывы. Данный магазин я открыла для себя не так давно. Мне очень понравился здесь ассортимент. Очень большой выбор, очень много как трав, чаев полезных, мази, свечи. Очень много и хороший, в принципе, выбор от разных болезней. Очень хороший консультант здесь. Девочки все подскажут, все посоветуют. Очень грамотно, доброжелательно. Я буду пользоваться услугами данного магазина. Я уже здесь третий раз. Вот. Рекомендую. А это первые впечатления посетителя после знакомства с новым предприятием торговли. Магазин замечательный, все аккуратненько, все доступно. Продавец замечательно все рассказал, все объяснил. Я была очень довольна посещением этого магазина. Скажите, а вы придете сюда еще раз? Ну, конечно, конечно, мне очень понравилось. Я вообще люблю вот такие вот... вещички, да, которые именно сам человек и делает, и это с любовью, с энергетикой, это все будет отражаться и на здоровье потом у меня. Ну, я буду советовать и окружающим тоже, подскажу, куда идти. Вся продукция, которая имеется в фитоцентре «Целебные травы», сертифицирована. Ее можно приобрести и заказать через интернет-магазин, получив всю необходимую информацию. Уважаемые таганрожцы, приходите в наш фитоцентр «Целебные травы», где вы найдете много интересного и полезного для себя и своей семьи. Приходите, мы будем рады вам помочь. Вас ждут по адресу: город Таганрог, улица Александровская, 79, и ежедневно с 8:30 до 18:30. Фитоцентр «Целебные травы». Телефон горячей линии 8 800 77 53 191. Чтобы банальный насморк не превратился в серьезное заболевание, необходимо своевременно начать лечение, предупреждает ваш домашний доктор, заместитель главного врача детской городской поликлиники номер 1 Светлана Ерофеева. Здравствуйте! Если у малыша появился насморк, ему поможет промывание носа солевым раствором. Он может быть готовым. Это растворы морской воды, уже известные многим родителям, такие как Аквамарис, Аквалор, Маример, Атревин.
потому что морская вода – прекрасный санитар, который смывает со слизистой оболочки вирусы, бактерии, аллергены, частички пыли, а также хорошо увлажняет слизистую. Раствор можно приготовить и самим. Для этого используется сода или мелкая соль. 1 чайная ложка на пол-литра воды. Воду можно брать не кипяченую, из-под крана, слегка теплую. Маленьким детям солевой раствор вводится пипеткой или с помощью пузырька пульверизатора, уже использованного ранее. Для детей постарше со склонностью к гайморитам, затяжным насморкам, аденоидитам можно рекомендовать носовой душ или промывание носа аппаратом «Долфин». Аппарат «Долфин» включает в себя грушу-пульверизатор и набор пакетиков для приготовления солевых растворов. Он очень прост и удобен в применении. Через 2-3 минуты после впрыскивания ребенок должен высморкаться. Вы, конечно же, знаете, что нельзя освобождать сразу оба носовые ходы. Ребенок это должен делать поочередно. Если ребенок совсем маленький, очищение носа можно провести с помощью аспиратора или маленькой клизмы. Промывание солевым раствором можно использовать 3-4 раза в день и делать это в течение 2-3 недель. Если появились первые признаки простуды, для брызгивания можно использовать раствор аминокапроновой кислоты. Осенью и зимой, в период эпидемического подъема, для профилактики гриппа и ОРВИ можно использовать мази на основе интерферона. Это вифероновая мазь или инфогель, а также оксалиновая мазь, смазывая ими край носового входа. А также капли на основе интерферона, альфарон или ингарон. Надеюсь, что мои советы вам помогут. Желаю здоровья вам и вашим детям. До свидания. Вот и пришло время нашего вкусного совета. Сегодня еще одним своим рецептом со зрителями программы делится Сиран Багунц. Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я хочу продемонстрировать рыба под шубой. Для этого сегодня у нас есть рыба, сыр, майонез, лизон, то есть взбитое яйцо, зелень, соль, перец. Ставим на плиту сковородку, даем разогреваться. Наливаем оливковое или растительное масло. Сковородка разогретая. Рыбу замачиваем в лизоне. А затем погружаем в разогретую сковородку. Даем рыбе жариться до румяной корочки. Уже одна сторона готова, переворачиваем. Мы рыбу обжарили уже с двух сторон, румяная, хорошая. И закрываем крышку на 5 минут. Рыба готова, снимаем. Ставим на стол, а теперь посыпаем сначала зеленью, и сверху сыром. Сверху поливаем майонезом, немножко. Можно запечь это блюдо в духовке, но сейчас мы будем его делать в микроволновке. Так, готово у нас. Потребовалось всего 4 минуты, чтобы рыба приготовилась. Сейчас выкладываем на тарелочку.
Уважаемые друзья, рыба под шубой готова. Приятного аппетита! Пешеходы – такие же участники дорожного движения, как и водители. Они также должны знать и соблюдать правила дорожного движения. И сегодня о том, как правильно переходить дорогу в темное время суток, рассказывает инспектор по пропаганде ОГИБДД по городу Таганрогу Павел Лебедь. Отдел ГИБДД по городу Таганрогу напоминает – переходить дорогу надо только по пешеходным переходам и на разрешающий сигнал светофора, зеленый, как называется. Но и даже при переходе перекрестка при этих условиях надо быть особенно внимательной. Для одних водителей пешеходный переход ничего не значит. Другие вас могут не заметить и не заметить красный свет светофора. Третьи проедут, не уступив вам дорогу. Поэтому особенно вы должны быть внимательны при переходе дороги там, где нет светофора. При переходе дороги ваши действия должны быть четкими и понятными для водителя. Ни в коем случае не останавливайтесь, не двигайтесь назад, не перебегайте дорогу. Особенно это касается при переходе дороги в темное время суток. Помните, это важно, особенно когда идет дождь и дорога мокрая. Поэтому с целью стать заметным для водителей мы рекомендуем вам использовать различные световозвращающие предметы. Это брелки, значки, специальные материалы, ленты. Либо использовать одежду, в которой имеются уже световозвращающие элементы. Постараться избежать надевать темную одежду. Также, чтобы стать заметнее на дороге, можно использовать мобильный телефон. Включив телефон, либо фонарик и направить его в сторону приближающего транспорта. Так вы станете заметны для водителя и спокойно перейдете дорогу. Перед переходом дороги остановитесь, снимите капюшон, отключите музыку, снимите наушники, перестаньте разговаривать по телефону, чтобы слышать и видеть, что происходит на дороге. А теперь переходите. Начиная переходить дорогу, убедитесь, что вашему обзору ничего не препятствует. Если припаркованный транспорт стоит или машина вам уступает дорогу, подойдите к краю машины, посмотрите из-за машины, убедитесь, что машин других нет, или едущая машина вам уступает дорогу, и только после этого продолжите движение и перейдите дорогу. Особенно хотелось обратиться к молодым мамам. Бывают очень часто такие случаи, когда из-за стоящего транспорта показывается сначала коляска, а потом появляется лицо, катящее эту коляску. Пожалуйста, не подвергайте жизнь ребенка опасности. Коляску надо перевозить сбоку. Сначала убедитесь, что машина вам уступает дорогу, а потом переходите. В других случаях, в обязательном порядке, при переходе дороги, если вы идете с ребенком, возьмите ребенка за руку. Ни в коем случае его не отпускайте. И перейдите дорогу, соблюдая все правила дорожного движения. Не стоит придерживаться выражения, что пешеход всегда прав. А ГИБДД по городу Таганрогу желает вам благополучия, безопасных дорог и соблюдайте правила дорожного движения. Завершит этот выпуск программы небольшая зарисовка. А я прощаюсь с вами и желаю всем удачи, отличного настроения и как можно больше положительных эмоций. Будьте здоровы. До свидания.